Меня зовут Маргарита, я продюсер в сфере кино и музыки. Моя жизнь — это постоянный поток творческих задач и проектов. Бег — это инструмент, через который я многое узнаю о себе. Но у меня есть миллион отговорок, чтобы не выйти на тренировку. Когда я высыпалась последний раз? Завтра с утра и до вечера съемки. Проект сам себя не запустит. Вот мои отговорки. Но они не работают. Как и всегда. Самое сложное — надеть форму и выйти из дома.